журналисты снимают, вот. Ну ты родителям тоже моим тогда скажи, что я, в принципе, говорил ты уже. Ну, отцу, да, говорила. Да, отцу скажи, там, может, там, ну, выйдет на связи свои, это, чтобы ускорить обмен. Вове скажи тоже. Да, в курсе, ага. Да, тоже, ну, чтобы там, может, через своего знакомого там помог. Чтобы быстрее. Там списки попробуй найди, где там это военнопленных не искала на обмен. Я искала, я тоже по одной точке подавала еще. Сейчас фотографии как раз Минобороны, фотографии прочли. Сейчас передам фотографию. А тебе вообще сообщили с Минобороны, что я в плену? Вообще сказали, что ты бедный пропавший. Ну. Они даже говорят, только нужно фотографию, то, что ты на самом деле в плену. Ну, вот так вот. Как я могу фотографиям дать? Я в плену, скажи. Скажи, я вот второй раз выхожу на связь. Как они могут это не знать, что я в плену? Они даже снимали это с коптера. Видели меня, что в плен брали, должны были видеть. А почему, я не знаю. Ну, связывайся с военкоматами, скажи, что я точно в плену. Чтобы носили меня в списке на обмен. Хотя здесь, наверное, СБУ все это внесло. У меня список на обмен. Мужчина не могу говорить. Муж клинок звонит, я не могу вообще. Где она? На работе она сидит просто. На работе она. Извините, пожалуйста. Да, хорошо. Анастасия, у меня вопрос. Меня зовут Любомир, я журналист украинский, да? Доброволец, да? Что-то пошло? Да, я доброволец. Да, смотрите, а вот я хочу спросить вас, как в Москве живете, да? Вы москвичка сама. Да. Сами. Да, а вы можете объяснить, вот за что воевал ваш муж? Умерли почти 130 россиян тысяч в Украине. Можете просто объяснить? Вот ваше мнение. За что? Честно, не могу ответить на этот вопрос. Правда. Но это же все живые люди, ваши соотечественники и так далее. Это я знаю, да. Ну, а россияне вообще понимают, за что они здесь умирают? Или там, общество как-то понимает, за что вы... Россияне не понимают, за что они умирают. Ну, мне так кажется. Не понимают? Да-да-да. А почему идут? Вот муж добровольно пошел. Муж добровольно... Ну, чтобы, наверное, дети гордились им. А в чем гордость? Растерялась. Как? Немного растерялась, говорю, не думала, что позвоните. И чуть-чуть в шоке. Нет, да я все понимаю. А в чем гордость? То, что ваш муж пошел рушить другую страну? Дети гордились бы папой, который убивал здесь другой народ? Я немного не понимаю. Не знаю. Ну а кто должен знать, Анастасия? Не знаю, как это. Не, ну правда, не знаю, как ответить на этот вопрос. Правда. Ну это как бы по-детски все. Здесь все серьезно. Я вообще не хочу, чтобы не было войны, чтобы все вообще были уже по домам, называется, и ни войны, ничего. Я знаю, сколько умирают с одной, с другой стороны. Анастасия, честно говоря, вот я уже сделал более сотни интервью с россиянами, у меня иногда крыша едет, да? Папа пошел воевать в другую страну добровольцем, чтобы дети гордились, но я хочу, чтобы не было войны. Где здесь логика? Не знаю. А кто должен знать? А кто должен? Не знаю, правда. Но для вас это все смешно. 8 миллионов человек из Украины выехали. Если не видите, просто я немножко плачу, и мне не смешно, у меня просто истерика. Истерика тогда она. А, вот так как бы смеется, но это не смеется, но это у нее истерика такая всегда. И что делать с этим всем, Анастасия? Делать так, чтобы не было войны вообще. Чтобы все вернулись домой.
сказала, говорит, ну, не знаю, что ответить на этот вопрос. Так россияне могут сделать что-то, чтобы не было войны? Это же они напали на другую страну. Россия, вы имеете, напал на другую страну? Да. Но Украина это не другая страна? Если президент распорядился, чтобы не было войны, ее бы не было. А другие России просто не могут как-то сделать так, чтобы ее не было. Так я что-то не понимаю. То есть Путин у вас царь, а вы все рабы или как? Ну, получается так. Получается так, да? То есть диктатор Владимир Владимирович распорядился, чтобы мясо шло на убой. Получается так? Если честно, в политике ничего не понимаю. Мне кажется, это так. Анастасия, мы с вашим мужем здесь сидим, как к счастью, политики. Это вообще удача, что он живой. Очень рада, что он живой. Он часть политики здесь. Он находится здесь как часть политики. Хорошо. Прощайся. Все. Ладно. Давайте, держитесь. Все нормально будет. Скоро. Надеюсь, дома буду. Давайте. Спасибо большое.